И зимой, и летом по Евпаторе передвигается мужчина в одних штанах и на велосипеде. Почти догола жителя курортного города заставил раздеться здоровый образ жизни. К тому же Василий Максимчук известен крымчанам не только как морж, но и как точная копия Леонида Якубовича. Историю уникального евпаторийца расскажет Эвелина Белошапка. Это Василий Федорович Максимчук, житель Евпатории. Круглый год мужчина 65 лет от роду колесит на велосипеде с голым торсом по улицам города. В его гардеробе мало одежды, впрочем, она ему не нужна, признается евпатореец. Даже если жилетку одеваю, мне в жилетке уже жарко. Я вот и жилетку вожу с собой ради того, чтобы если в магазин зайти, или в аптеку зайти, или куда-то, так я одеваю жилетку, потому что как-то неприлично заходить в магазин без верхней одежды. Понял, что тепло ему без верхней одежды Василий Федорович еще в 86-м году. Тогда он работал на маяке. Так уж вышло, что мужчина был вынужден отметить Новый год на работе с коллективом. Тогда вместе с сотрудниками он решил искупаться в ледяном море. После этого мужчина пришел к выводу – рубашка ему больше ни к чему. Под родным кожным покровом ему и так тепло. С тех пор вот начал так вот ездить и купаться. Есть время, я езжу, купаюсь, и нет времени, так вот езжу. Среди местных жителей Василий Федорович славится не только как мужчина-морж, но и еще и точная копия знаменитого телеведущего Леонида Якубовича. Так уж повелось, что в окружении молодежи его прозвали Якубовичем на велосипеде. От вождения автомобиля мужчина отказался давно. Только велосипед и никакой другой вид транспорта, ведь только с помощью него можно вести по-настоящему здоровый образ жизни и при этом не стоять в длительных пробках. Одни говорят хорошо, но другие, знаете, говорят, мол, в голове не хватает чего-то. Ну, как-то по-разному реагируют. Я на это говорю, о, Волч, я говорю, жена одежду говорю, спрятала, не дает. Я говорю, порошка много тратится надо, вода тратится. Я говорю, да шучу так с ними, вот и все. У Василия Максимчука есть жена и 14-летний сын. Дома мужчина – настоящий глава семейства. С его образом жизни семья всецело смирилась. За здоровье мужа Анна не беспокоится. На удивление, Василий Федорович редко болеет. Ну, ему так комфортно. Это мы с сыном такие можем замерзнуть, а он нет. Он у нас закаленный. Всякий раз, когда Василий Федорович возвращается домой, там его уже поджидает чашка горячего травяного чая. После семейного чаепития – традиционный контрастный душ. И только потом – дела домашние. Сын Василия Федоровича еще школьник. Пример с отца брать не собирается. Однако восхищаться его силой воли не перестает. Не, конечно, я горжусь им, но пример насчет того, что, как бы сказать, закаляться, ну, не беру. Холодно мне. С женой он познакомился 17 лет назад. На свидание к ней он стеснялся приезжать в одних штанах. Надевал старательно выглаженную рубашку. Однако со временем признался в том, что рубашка создает ему настоящий дискомфорт. Когда мы с ним познакомились, он еще как бы стеснялся, он на велосипеде ездил, но в рубашке. Вот. Единственный элемент одежды, ну, вот брюки и рубашка. Вот, куртки он не носил. А потом уже в процессе все больше и больше начал раздеваться. Вас это не шокировало никак? Да нет, я его люблю. Такому явлению местные врачи не удивляются. К ним Василий Федорович обращается редко, ведь все болезни ему, как говорится, по плечу. В здравом уме и закаленной силой воли мужчина-морж уверен, что проживет больше 100 лет. Эвелина Белошапка, Александр Смычек. Время новостей. Евпатория.